Еще Ва... тут? Еще Вадя вчера как сидит. Его, Саша? Вадя еще бухой вчера сидит, кому-то пытается 100к задонатить и, блядь, говорит мне, Ром, у меня 100к не кидается, пиздец. Блядь, это просто, слава богу, блядь, что у меня карты Тинькофф не давал. Я говорю, Вадя, все, отойди нахуй. Я 3 раза пробовал. Это кому просто... ты донатил? Наташе донатил 100 тысяч. Давайте догадаемся, с 3 раз кому я донатил, я вообще не помню бля. Это, блядь. Чё, придурок, я помню, блядь. Я ввожу код, а оно мне... Ошибка, как блядь. Можно еще хуже деньги просрать, блядь. Просто, блядь. Пиздец, слава богу, что... Мне кажется, женщик, блядь, но все равно. Я знаю, Илья. Например, съездить на концерт Маршмеллоу. Бля, где-то плачет Наташа. Хорошая шутка. Не, ну там 70 дошло. Бакриски, у тебя, блядь, были такие охуенные шутки, и ты вот так вот пошутил. Так я, кстати, кинул 70 тысяч, у меня карту заблочили в Тинькове. На, нахуй, это карма, блядь. Блядь. Подожди, а почему пишут в чате то, что 70 все-таки зашли? Да, 70 зашли, там 10 зашло, 30 тысяч. Так знаешь, в чем прикол? Я задонатил, оно даже не пришло еще, а я уже ушел с компа. Не, блядь, Наташа просто больше не лезет, блядь. Просто чел, блядь, ты задонатил 70 тысяч генсухи, блядь! Да это случайность, блядь! Генсухи, блядь! Это случайность! Да при чем тут хейт? Ты понимаешь, сколько это денег? Ну я выпил немножко! Стой, подожди, сказал злой, который, блядь, вот, топ по сапкам, 750 подаренных сапок, блядь. Ой, злой, спасибо тебе огромное. Так это к другу, алё. Так это чулан сапки, блядь, во имя добра. Злой, ты друга не выебешь. Почему? А вчера чуть-чуть не получилось. Ну, подождите, смотря насколько близкий друг. Я вчера так напился, что мне вообще было похуй. Что можно было бы и пристроить разику. Блядь, мы все понимаем, Вадим. Он еще и позавчера закинул 50к, 70 сабок. Да я, блядь, да я за это, знаешь, время что сколько... Ты, я еще и вишни 50 тысяч закинул. По идее, блядь. Нет, я не был трезвый. Позавчера? Я 6 дней... Подожди, не, стоп. А когда ты бухой, я просто, ну, чтобы время понять, когда стримить. Ночью. Ночью. Он всегда, когда бухой, заходит вишни. В основном везет вишни, потому что... Вишни, а косточки... Да, вы заметили, что Виша специально начала запускать позже. Я больше не доначу. Я ел, Ром. Все, блядь. Заходите вырубать. Строго, тебя Вадя донатил? Нет. Кого хуя, блядь? А у него момент, когда я пью, типа, стрим. А Байол деньги получала? Нет, Байол миллионерша, блядь. Реально, блин, ребят, не хочу хвастаться, но, короче, я вот совсем не стримлю. А мне Вадя даже вне стрима по сотке закидывает периодически. Потом. Фу, блять. Не так хуёво, это просто. Чтобы вы понимали, я блевал до 10 утра. Фу, блять. А чё так накидался-то? Я не знаю! Я помню. Короче, был момент такой, когда мы 3 раза без перерыва ебанули, и все. И жизнь заиграла красками. Типа, вот этот был момент, когда ребят, такие... Вербай, добавьте, пожалуйста. Да. Заходите в Вербасе. Лали-лали-пап. А ничего, что... Лали-лали-пап. Проебал я 70к. Охуеть, чел, блядь, 70 тысяч задонатил Наташа. Да всё! Помнишь, как ты слышал песни, которые не играли, блядь? Она играла, чел! Да сука! Не, она играла, нахуй! Она не играла, Вадим, только ты ее слышал. Она играла. Да. Ты видел этот клип, блядь, называется «Шиз», блядь? Она играла, сука! Да, Вадим, она играла. Вадим, мы понимаем, что вчера, ну, немножечко погорячился, но, типа, ну, музыка... Я больше не пью вообще, нахуй! Алло, через 7 дней мой день рождения! Я не пью на твой день рождения, мне похуй! Мне похуй! Я на трезвике! Не дай бог, блядь! Пошёл ты нахуй! Ты не... Пошёл ты нахуй! Ты уловил, а у меня нет! Не дай бог, я тебе, не похуй! Я больше не пью! Мне поебать! Всё, нахуй! Мне все, похуй, пошел послушай нахуй, сюда. Блядь, мне нахуй, похуй. Блять, у чела студия за 1,5 миллиона. Нахуй. Сольешься? И у него микрофон такой дерьмо, блядь. Человек, он хуило полный. Алло, уёбище, блядь. Алло, нахуй там, блядь. Пустите в комнату. Там сейсмическая отомстим, отомстим. Конечно мы, блядь, отомстим. Вадим, я сказал, и не дай бог. С кем ей забиться на 1,5 миллиона, чтобы не бухать? Давай мне похуй, Вадя! Мне похуй! Вадь, я бы с тобой зарубился, но тут вообще по-любому проиграешь. Вадя, давай со мной. Нет, ты ни разу алкоголь не пробовал, блядь. Марк, как там Warcraft, нормально? Я забился, когда из пизды вылез. Что ты сделал?
Я говорю, я сразу забился, когда... Гвин, давай со мной забьемся, у нас ровные шансы. О, да, давай с Гвином, вот это будет интересная заруба. Гвин. Блин, такие грустные все будут потом через неделю стримить. На пол мульта. А я что, грустный дохуя? Сейчас Вадя с Гвином забивается на полям, и Злой, у которого его через неделю день рождения, такой, окей, мы просто играем в жизнь. Да Гвин, давай, давай, Вадь, попробуй забейся. Да мне похуй на день рождения, блин. Ты чё, блядь? Да шутка, шутка. Ты чё? Да шутка. Это BTS. Так, ладно, кого у нас не хватает в ром? Всё, ебать, я иду плакать, не похуй. Я ем шаурму и плачу, блядь. Зачем? Я не захожу, блядь, дайди, пока ты не будешь... Ну всё, не извини. Я только чтобы чуть не сгорел, блядь, ты понимаешь? Если я начну сейчас гореть, ты знаешь, что это. Сейчас бы пизда пришла всему нахуй. Тебя потушит Артур, блядь. Я тебя сейчас поцелую. У нас комнаты нету, да? Так, я сейчас придумал. Вадя. Да. Вадь, а на сколько по времени? Вин, иди отсюда, блядь. Не, мне интересно, сколько по времени? Ну не знаю, ну на год хотя бы. О, не-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 
тебе похуй. Не-не-не, все, извините, до свидания. Не хуй делать вообще. Да ладно, ты мэтнешь, блядь, первый день. А у меня сейчас холодочек есть, дядька 5 литров. Я сегодня... Ты бы знал, сколько у меня алкашки дома, это пиздец. Я готов просто с любым. У меня бутылок 8, наверное, виски, всякое такое. Ты покажешь свою алкашку? Покажи мне свою алкашку у себя дома. Ты никогда не будешь пить? У меня пиздец.